Приветствую вас. Ну, вы знаете, в жизни довольно часты такие случаи, когда люди прощают других, а потом думают, насколько я там, условно говоря, правильно сделал, да, вот насколько я, то есть как бы вроде бы простил, а вот в то же время есть какое-то такое ощущение, что что-то незаконченное, да, есть ощущение, что еще болит, а уже вроде как простил. Да, и возвращаться к этому как не камильфо, но в то же время еще болит. Вот. Давайте сначала мы с вами пойдем от того, что, скажем, что такое, в принципе, вообще, да, что такое, прощение. Что такое прощение? Вообще, для начала. Прощение для начала это принятие. То есть, если вы, образно говоря, человек прощается, то вы принимаете то, что он, ну, то, что он сделал, то, что он, как он поступил и так далее. И вы принимаете это. А вы можете, конечно, вы можете и не принимать. То есть вас там условно никто не заставляет, никто не говорит, что вы должны. Нет, не должны. Но если... Если вы не принимаете человека, не принимаете, точнее, не человека, а вот то, что человек сделал, то лучше вам об этом сказать. И сказать, что у меня еще болит. А? То есть выразить свои чувства ему. Значит, ну, посмотреть на реакцию человека. То есть как человек отреагирует на то, что вот вы ему там сказали, например. Вот реакция может быть разная, вот реакция может быть самая разная. Это совсем не обязательно, да. Человек отнесется к тому, что вы ему сказали хорошо, там, позитивно и так далее. Нет, не обязательно, к сожалению. Так, вот, но как бы сделать это стоит. Стоит также посмотреть на то, что именно вас останавливает от того, чтобы человек, ну, грубо говоря, человека простить. Да? Вот. То есть, может быть, что-то мешает, что-то там не позволяет, да. Там что-то напрягает, вот, и так далее. Да, вариантов, ну, может быть, много, достаточно. Понятно, что на все варианты вы обратить свое внимание не можете, но там, на какие-то вполне. Вот. Ну и посмотрите.
Посмотрите, что вас задевает конкретно, да, посмотрите, что вас напрягает конкретно. Вот. И я думаю, что вы могли бы этот момент для себя решить. То есть, ну, если есть у вас чувства к человеку, да, то мне кажется, что возможно это сделать. Ну, я опять же говорю там, исключительно с точки зрения вот той позиции, что если у вас к человеку есть чувство, если вы принимаете его полностью, вот, то вы можете, в принципе, принять и его поступки. Вот. Или не можете принять его поступок, что тоже вполне нормально. Но тогда вам нужно это признать, что я не могу. Я не могу принять. Вот, ну то, что ты сделал, условно говоря, да? Вот, и это больно, это неприятно, но это правда, по крайней мере, это правда, что я не могу принять. И, соответственно, вам это существенно поможет в решении проблем. Вот. Пока что вы просто не честны с собой, понимаете, в чем дело. И вот эта вот нечестность с собой, она вас гложет, она вас давит, она напрягает вас. Вот. Я понимаю это. Я понимаю это, что вас напрягают, гложет и давит. Я это понимаю. Но я думаю, что вы можете с этим справиться. Я думаю, что вы можете с этим справиться, вот, если захотите, если у вас вот, такое желание есть, да, если у вас такое желание будет, то я думаю, вы сможете с этим справиться, я думаю, что у вас это вполне получится сделать. Вот, конечно, при том, грубо говоря, условии, да, что вы там, ну, действительно испытываете сильное чувство, например, к человеку. Вот. Потому что если чувство не очень сильное, вот, то мотивация там, грубо говоря, прощать вас не будет и хотеть понять человека вы тоже как бы ну не захотите то есть пытаться понять как у вас не будет мотивации не будет стимула да какого-то вот вас не будет к этому такой тенденции, я бы так это сказал. Вот. На этом все, в принципе, что я хотел добавить, на этом все, что я хотел сказать, да, все, что я хотел
сказать, я, наверное, сказал. Вот. Я хочу пожелать вам удачи. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас вот все получилось, да, чтобы вы себя разобрались. Ну а если не сможете, то обращайтесь за помощью, к нам. Мы вам поможем всем, чем сможем. Вот. Удачи, всего самого доброго.